сегодня огромный интерес вызывают все мероприятия культурные, информационные, связанные с международным обменом между двумя странами – Японией и Россией. В прошлом году был замечательный проект, межгосударственный проект «Россия. Перекрестный год России и Японии». При поддержке Mitsubishi Electric в Москве проводилась большая интересная выставка, рассказывающая о традициях Японии и о современной жизни этого замечательного государства. В России огромен интерес, появился даже новый тренд изучения японского языка, японской культуры. Есть у нас и свои традиции. Известен огромный круг людей, интересующихся японским театром. И сегодня, когда у нас в стране проводится год театра, мы рады предложить с помощью наших партнеров именно этот проект. Традиционный театр Кабуки. Это квинтэссенция японской культуры, и мы надеемся, что этим ключом наши посетители откроют себе мир великолепного японского театра и японской культуры в целом.